Интересно, в смысле неинтересно. Вакансии будут освобождаться со временем, по-любому, потому что я вряд ли смогу вообще без потерь дальше проходить. Я на самом деле хотел на варьеров напасть. Но у меня не получилось. Не догоняю уже. Ну ладно. А он сейчас умрёт, кстати, сам. Даже добивать не надо. Почему не умер? Целую голову достал. Нормально. Еще парень, по-моему, всплывал, лопнулся. Наконец-то. Да. Короче, понятно. Это такое было этого парня. Парня брать. Да, он толстый танк. Толстый, корявый, бесполезный танк. А что я могу... Вот что я могу о нем сказать. Зато фатиги дофига. Нет, я его не отправлю. Вот, вот, нормальный парень. Чтоб, чё? А. Ага, прикольно. Это, короче, надо этим парням с двуручником хавать. 65 деф... Ну, блин, 65 на шестом левеле. О, это удаляй, короче. Парень саппорт. Его разве что в этот отправлять, в утиль. Серьезно, и брать нового качать. У меня есть хорошая альтернатива на него. Изя, ты не уйдешь у меня никогда. Потому что у меня нет других лучников. Ты понимаешь? Просто нет других лучников. Хай-левельно. К тому же там точность 90. Стоп, Изя. А ты не лучник же у нас? Ты у нас кто? А, ты у нас вот этот вот парень. А у тебя точность 90. Не-не-не-не. Слушай, мне. У меня и так алибард нету. Ты чё? Я тебя не отпущу. Посмертно у меня уйдешь только. В отпуск. Пожизненный. Прикольно. Просто подошел, посмотрел. Куда-то почесал. Это очень интересно. Куда-то собрался. К
попал. Забавно. Давай. Ну ты должен попасть. Попасть-то попал, но не убил. На самом деле неплохо бегаем, отличный лут собираем. 92, кстати, я фактически забился. Это 140, видимость меньше занимает. Будет как-то так. Не хочу возвращаться назад. Пускай в инвентаре лежит. У парней потом достану при надобности. Чё у нас шапка такая есть? Ну хорошо, освободили слоты. Не, неплохо так. Зашли на огонек рейдером. 39. Ну пошлите назад, чё. Еще и струбеты закупим. Вообще сюда можно ворваться, даже днем. Надо поставить просто другие щиты. И можно заходить. Что там? Аверсир. Это не шаман, это аверсир. У аверсира так-то арбалет. Довольно неприятный. Ну, разве что только это. И чё? Ты это за мной бежишь? Прикольно. Ни хрена там рейд! Наездников на волках за мной несется, а? Это что за фигня? Чё я им сделал? Ну да, это было больно. Короче, надо как-то сваливать оттуда. Чё-то мне не нравится, чё они за мной носятся? Вообще, откуда они появились там? Там же никого не было секунду назад. Ooh.
Блин, я даже не знаю, стоит ли вообще того парня-то качать с двуручником. Забить реально уже, переделать того перволевельного. Хуже, конечно, не будет. Уж точно. Пол, они убегают или чё? Они меня пытаются обойти. Атлета. Ну да, даже не мясник атлет. У меня есть. Ауч! У меня есть потенциальный двуручник, если об этом уж говорить. Ну, блин, там. Ладно, черт с этой выносливостью. 70 хватает на самом деле выносливости. Чё-то за мной просто выехали. Какие-то нереальные паровозы. Пойду-ка я отсюда. Вот этот парень очень неплох. Где он? Вот он. Нет, не он. Вот он. Вот этот мясник очень даже хорошо зайдет, то есть... А, у него 39 всего. У него фатиги очень мало. Он уже подыхает. С другой стороны, он не атлет. Так что нормально все будет. Не атлет, а... Нет у него спецы такой. Ладно, подойдем топор, не вижу смысла не держать. Привет тебе тоже.
Кузьмич. Давненько я тебя не видел. Вот кого надо так-то на двуручников. Вот ты идеальный парень. Повезет. Да, это такое. 3 дефа. Ну ладно, что возьмем. Парень на деф, короче. Опять передний ряд. Кого бы еще заменить? Куча передних лидеров. Кто надо заменять? По факту. Неплохой, конечно, но не все статы пошел. Даже не все статы пошел. Статы пошел. Давай, кузнец, порадуй меня. Толстый, толстый кузнец. Бесполезное существо. Есть еще один кузнец, кстати. Ага. Тоже ужасное. В общем, все ребята очень такие не очень. Тяжело здесь что-то нормально найти. Нет, не нашел. И старого у меня тоже не слили. Хотя вроде ты был при этом. 23 инструмента, да? Это я с Ачурой сразу не погнались. Точнее, собаки страшные. Начни с собой. Чего не по заданию вообще? Да, походу, 20 курю. Блин, время-то уже позднее, на самом-то деле. Не хочу я с рейдерами сражаться. Блин, я бы их отпинал, но вот смысл? Сейчас сражаться с собаками такой... А, понятно.
Я просто не вижу смысла сейчас биться с собаками. Если бы у меня этот был, патруль, я бы с удовольствием сходил бы на собак. Вообще бы с удовольствием отпинал их. 20... Господи, просто армия воров бесполезная. По поводу бесполезной армии воров. Это хорошо, кстати. Это очень-очень хорошо. Страхуем парня. Он не сдох. Ну что, потенциальный берсерк. Опасных парней есть. На самом деле можно просто армию берсов брать. Вот таких вот ребят можно просто берсами нести. Они ватные. Чей с фиговой моралькой. Ну, не думаю, что этого парня в 210-й броне вообще кто-нибудь убьет. По крайней мере, не знаю, что должно произойти, чтобы этого парня убили. На фатиге у парня много. Ничего не скажешь. Аж прямо машина для убийств. Thank you.
заморалился. Не нужно. Ну, отпущу я их, ребят. Нет смысла, да им нет смысла аж гоняться. Там ни лут, ничего нет с ним. Да, если сейчас предложат, чтобы не убежали, пускай убегают. Это бессмысленно. Трейдеров решили сбежать. Такое. Ну все, сбегают. Пускай сбегают. Смысл за ними гоняться. Че? Получил даже одного уровня. Так неинтересно. Парни, 3 в деф. А, туда же ничего ремонтировать-то не надо. Новый друг, да. У меня слили одного парня с алебардой. Не повезло, скажем так, мне. Немного. Блин, все деньги у меня серьезные, я все деньги зарабатываю, просто убивая этих ребят, ремонтируя их пушки и перепродавая их. Это такое. Блин, воевать намного более выгодно, чем делать квесты. Правильно, утомительно, конечно. По-моему, инструменты дорогие. Да, очень дорогие. Все дорогое. Смысла здесь закупаться нет. Надо что-то продать весь хлам. Ну окей, хочешь, давай я сделаю. Хотя он, скорее всего, он все равно скоро уйдет, потому что вот этот парень его заменит. А он же такой вяленький, 65 атаки до 6 левеля это. Это удаляй. Кто-то вдруг топовый появится. Выйдет.
Ребята толковые попадаются среди них, просто тяжело, блин, нарулить. Реально тяжело. Верита, зачем начать новую игру? Мне так все шикарно, так. Карга, да? 600, 700, 720. Вот недалеко здесь. Мне сюда и надо. Можем сюда зайти. Что за игру? Первый раз вижу. Battle Brothers. Сейчас глянем, что там у них в лагере. Скорее всего, спилим его. А я не помню, почему я не стал пилить этот лагерь. Вообще не помню. Какая-то причина была у меня. Что похоже? Похоже на помесь Mountain and Blade с XCOM. О, да, собаки. О, сколько там волков-то. А, там... Ну, не, можно сходить туда, но надо идти туда. Таким вот отрядом. Я до сих пор ремонтируюсь, да? Так, ну вот сначала волков убьем. Смысла в этом нет никакого, но давайте это сделаем. Да, пометь не ставить, ребят. Господи, сколько же там волков? А, лол, это берс. Я забыл, что я их местами поменял. Вот такое. А еще я М4 сменил. Отстрел. Тоже забыл. Надо вернуть назад. Что-то парни окружат. Хорошо. А, щиты назад вернуть. Стрелки меня не сильно пугают. Они арморку в банальном состоянии пробить. Ай! Собака. Не стреляй, пожалуйста. А запомни, не стрелять своих. Это может довольно печально заканчиваться.
Если чем интересна эта игра сложностью, да нет, просто довольно интересный геймплей. Не знаю, мне доставляет. Если ты играл в Match and Blade, ты меня поймешь. Ауч. Псих пытается убежать. Да не убежите вы. Куда вы побежали? Я вас не отпускал. А так игра... Не знаю, тут нету такой графики. Игра радует просто своим геймплеем. Мне нравится лично. Немного страдать, это не напряжно, ничего, просто хороший геймплей. Нет. Ну, хотя если ты в походовую систему, не знаю, какой-нибудь Эодора добавишь систему персонажей из Darkness Dungeon, получишь нечто подобное. То есть персонажи умирают навсегда. Грубо говоря. В принципе, можем закатиться в этот лагерь. Кнайты всякие. Там я отремонтироваться по времени 23 часа. Нет, тут нет строительства. Ты играешь за главаря наемников. О, господи. Выползли собаки. Боевой арбалет один. Нормально. Сейчас город тащится. Что побьют меня, да и место у меня кончится. Чтобы идти на Heavy Knight. Такое. Там арморку с него можно снять хорошую. Либо голова, либо тело. Надо будет решить, что его пилить. А, ты более опасен. Секунду, подождешь, чтобы они сами подошли. Ага. Они будут стрелять. Ну подходи уже на расстоянии выстрела. Хорош. Ближе к Эодору я бы не сказал. Я тебе говорю, Mountain and Blade самое близкое. Представь себе Mountain and Blade в виде стратегии. И ты получил вот эту игру. Ну, по крайней мере, я просто не знаю, как это, с чем это еще сравнивать. Ты парень, на по башке. Ох, сейчас бы промазать. Надо было отойти. Сейчас эти ребята дадут мне по башке. Я слишком медлителен. Попал. Еще верхний попадет. Причем кинзбаути, причем легкий кинзбаути. А почему ты решил, что эта игра легкая? Вот скажи мне, пожалуйста. То, что я сейчас всех убиваю, что ли? Естественно, надо. При этом начинаешь ты игру далеко не топовыми персонажами. А начинаешь довольно посредственными героями.
кстати, до сих пор они живые стартовые персонажи, которые даются 3 штуки. В голову, да. В голову ты не спишь мне так просто. Ой, да ладно, хватит мне армор портить. Ну окей, ну просто ты сказал, King's Bounty это причем легкий King's Bounty. Вот, вот это твой комментарий выше. Я просто, видимо, не так его понял. В 50 раз начинал. Я начинал уже столько раз, что... Что это такое? Я не хочу говорить о том, сколько раз я начинал игру заново. Я просто скажу так. Зайдите на YouTube, там, по-моему, 5-й ввод по Battle Brothers. И найдите там последние 30 минут ввода, посмотрите, и вы поймете, какая веселая эта игра. Когда меня там один берсерк положил всех моих ребят, просто всех. Один берсерк. 12 человек убил за один ход. Ну, не за один ход там, а за несколько ходов. Ну, факт того, что 12 человек. Пожалуйста. Я не верил, что такое может быть, но игра сказала нет, я могу так сделать. И убила меня. А лучники вообще на самом деле дико корявые. Просто ребята прокачаны. Там точность под 90. Не под 90, а 90. Там чутка больше. Там 91, 92. Угу. Зачем ты... Чем ты спрятался? От кого? Веритас, не показывай картинку с этим долбанным берсерком. Ты меня травмируешь на всю мою оставшуюся жизнь. Да, да, да. Господи, я 2 часа грузится. Да, это тот самый берсерк. Сразу могли положить армию, которая брала замки. Из-за того, что они тупые. Делаешь сегодня неверный ход. А эти берсерки ходят легенды. В смысле? Нет, я помню, как этот... Как Мортис угорал над этим берсерком. Ой, он там так ржал. У меня, не знаю, у меня нервный тик начался, когда этот берс начал вырезать всё, что видел. Блин, я не знаю, я, конечно, могу этой пати-то завалиться. Ну, это такое, я сейчас побитый слегка. Ладно, не буду я то лезть. Вообще сюда хотел пройти. Сейчас отремонтируюсь, только потом полезу. Ну, там уники могут быть. С хэвика-то. Вообще без проблем. 270 инструменты. Нормальная цена. Пошли сходим уже туда. XCOM 13 века. Ну, что-то типа, да. Нам надо подождать денек в городе. Что, мне реально надо отремонтироваться. Вообще можем уже идти туда. Как раз!
Попадем на рассвет. В смысле? Серьезно? Или ты шутишь сейчас? Ну у него, короче, как-то берсерк настакался реально дико. Might and Magic серия. Да, неплохая. Их там много. А до этого не было их много. Короче, ладно. План провалился, надо нападать ночью. План реально провалился. Надо нападать ночью на этих ребят. Так, а что у меня по перкам? У меня еще правильный парень так-то отлетел. Правду говоришь? Серьезно? Но если что, то я рад, что пошли стримы по сложным играм. Battle Brothers. Ага. Смотрю ты стримы. Так что, окей, понятно. Блин. Хотя... Кто там... Ладно, давайте сделаем по-другому. Хорошо. Вы меня убедили. Я капли себе поставлю. Там, раз там много лучников, я поставлю себе капли. Так вот сделаю. И можно, в принципе, днем нападать. На крайняк я просто убегу оттуда. What? Раз, два. Ну, вообще, да, там такая хорошая армия ребят, которые меня хотят гуфнуть. Стал парнем щилд валом, потанковать рейдер, кинул в него два топора, оба попал. Подошел бомж, стол ножом, попал, нанесел корчи и порастал 3 хп. Говорит, тебе реально не повезло. Старкрафт на любой посмотреть, понятно. Не может с планшета поиграть, но по идее можно. Там вроде как есть интерфейс для игры с планшета. Так, блин, мне вот эти парни больше раздражают, потому что они пробивают броню. Эти луки-то броню не пробивают особо. Так что брони у меня до хрена и больше. Нет, я не пойду. Давай ты сам подойдешь сюда. Арбалетами. Хорошо. Я уже не смогу к ним подойти. Да, играл. Да, давно не играл, я уж не помню, когда. Это который новый? Там переиздание же какое-то, по-моему, было его. Сколько я помню. Куда идти? Куда идти и чем страдать? Самое оптимальное встать сюда. Еще и погнали, чё? Врезаемся в народ. Сейчас моралька будет просто в ноль падать. Так, бронированный-то вот этот, я так понимаю. Да, вот этот парень и вот этот. Броня, вот с этого надо, можно броньку снять. А вот с этого надо голову снимать.
Я не помню, там то ли переиздание, то ли что-то в этом вроде. Я уж не помню, я не фанат. Лучше спросить у тех, кто знает. С этого надо броньку снимать, с этого надо голову снимать. Я тоже не в курсе. Да, я знаю, что... Да, я много всех... Я думаю, Fallout постримить какой-нибудь еще раз. Я его проходил. Я помню, я на 100% проходил, ой, это сколько времени меня заняло. Трындец. Ну, одним персом там жестко, да. Ребят, может этого парня окружить, не? Не хотите, да? О, молодец, молодец сейчас. Он ткнет и минус половину народу просто. А, ну это да, это тебе реально не повезло. Подожди, а у тебя щиты какие были? Баклеры, ой, самые первые. Надо с этого парня до голову снимать. Ну, это зря они подошли. Наушников с 90 точности, это такое подходить. Короче, надо поломиться к этому парню и вскрывать ему голову, чтобы забрать его броник. То, что мне это особо надо. Да. Хреново у меня получается вскрывать. Обычный средний. Ну, не знаю. О, да-да, в голову копьем. Как ты вообще жив остался после такой бандуры в голову? Ладно, луки, это еще одно, но бандура в голову, это совершенно другое. Этому, кстати, можно. Он не попадет, блин. Реально не попадет. Ударик, кстати, разок. Надо быстро сваливать. Сейчас так он перехвачу тогда, наверное. Дабл килл сразу. Сейчас будет. Я с тобой драться не хочу. Мне это невыгодно. Сейчас это надо перехватывать. Другое оружие. И вот так. А, стоп, подождите. What? Раз, два, три именных. То есть тут два лидера, точнее, два лидера здесь. Один армированный. Короче, тело, тело, голова. Я понял. А пока начинаем увлекаться вскрыванием головы этому парню. Так, вперед я пойду, не пойду, нет, не пойду. У меня есть этот парень, с которым я тоже хочу заняться непотребством. Слегка различь его голову тяжелым большим стальным шаром. Арморку я ему не хочу ломать, так что идем вперед. Да хватит копьями кидаться, вы достали! А, этим в тело, то есть этих топором.
Нет, драконов нет. Это средневековый мир. Хотя тут есть шаманы, гоблины. Ух, ни хрена себе попал. Вот. Ты, блин, достал. Больно же собака. Тут тоже армур надо скрывать. Так что подходим к этому сразу. О, я забыл, тут еще парень вот стоит. Ты прости, я тебя это не заметил. Совсем немного. Сейчас бегать будут. Надо их ловить бегом. А, уже не сбегут. Огры. Нет, тут есть орки. Есть орки, которые дико вставляют. Зачем я ударил того парня со щитом, который сбегает, вместо вот этого парня? Чё такое он делает, я не понимаю. Когда тот ковал? Отлично. Голова почти моя. Ну, вообще-то у тебя парень так себе. 45 хп это такое. А, у тебя торф поврежден. Да ч... А ты на кого напал-то? Просто не понял, на кого ты напал. процентов шанс попасть. Я хотел его еще вскрыть. Так, парень, хапай. Легендарный цеп, иди лицо ломай. 46%. Вот этим надо парня вскрывать, а не тем. Я, может, попаду. Может, не попаду. Пацан кровотечение убьет на самом деле, если его просто держать. Спасло. А, что я сейчас только что сделал? Зачем я к нему подошел? А, понятно, он настолько не учит, что аж попасть не может в моего парня. Привет. Вскрыватель черепов выехал. Просто так бить бесполезно, мне надо бить голову именно. Щит начал мне ломать. Ау. Отлично. Голову мы вскрыли, но парень пытается свалить. Это плохо. Что это такое? 9 жизней. 9 жизней. 9 жизней. Блин, а как они бесят с 9 жизнями? Просто нереально бесит. Сейчас парень, если арморку сломает, я ему лицо сломаю потом.
Хотя нереально, по-моему, арморку ему сломать. Нет! Вау! Последним ударом в хэд попал. Фу. Хорошо. 230-е. 230-е. А что я еще добыл? Нехило так подрался. А, вот еще 210-е. Ну, в принципе, нормально, что. Ни горячо, ни холодно. В принципе, нормально повоевал. Кучу арморок стоило того. Эти парни, по идее, лапнуться должны были. Так, 230-е, да? Ну вот, у меня осталось только две арморки заменить. По сути, вот этому парню МДФ поменьше. Кому-то из этих ребят надо поставить. Кучу арморку. Так, 230-е, хорошо, 240-е, 215-е. Ага, хорошо, 210-е, 215-е. 265-е, 230-е, 215-е, 210-е, 200-е. Все, уже до 200-й арморки уже устарели, судя по всему. Еще тотально устарели. Что это за бомж мастер меча без эквипа, в смысле? Ну, как сказать без эквипа? У него меч хороший. Так-то. Блин, на самом деле я рассчитывал подраться с этими ребятами и получить себе что-нибудь интересное. 100 молотков, вы серьезно? Ни хрена себе подрался я. Не, ну там и крип, конечно, дорогой у меня. Я понимаю, откуда такая стоимость ремонта. Ну, 100 молотков, это такое. А, да, я же хотел вот сюда вот сходить. Еще. Оттуда, по идее, должны были выбежать эти ребята. Шесть молотков на фу починку. Ладно, по деньгам более-менее адекватно. Ну, еще придумал. Что не сумею сделать в этой деревне уже. Может, квест возьму? А, нет, квест-троечка. Давайте глянь хоть на чего он. О, нет. Нет, я не буду ловить волков на тройку. Это там такой пак. Там тридцатка волков, короче, выбегает такая... А-за-за-за-за, и начнет тебя жрать. Это такое. Крейзи, окей, удачи. Я так понял, фишка сложности в том, что есть щиты, проценты попадания, всякие обвесы и лут жесткий, так? Нет, тут не совсем так. Фишка сложности, ты промахиваешься чаще, и по тебе чаще попадают. А щиты есть на любой сложности. Сороковой, а там у меня 230-й. Может, это кому-нибудь 240-ую дать. Линейки-то нету. Опа, а чё так дорого? А, нет, нормально. Я уже испугался, что я дорого купил. Так.
больше за голову. Еще больше за голову. Я согласен. Так, награда за голову — это хорошо. Куда мне оттащиться? О, отлично. Отлично! Просто шикарно. Сейчас пофармим. Сколько? 90 монет за голову, нормально. Это жрут 512 монет. Вообще, вот в этот лагерь хотел разнести. Сейчас туда сходим, наверное. Так. Надо вниз бегать по-любому. Волков не хватает. По-любому надо бегать сюда. А, че я вижу? Большой пак. Бандитов, это хорошо. Или это не бандиты, или это ребят за кем-то гонялись. Что-то я понять не могу. А нет, не бандит, это парни за кем-то гонялись. Или нет? Не, стыка, это рейдеры. Забавно. Нет, тогда бежим за ними. Еще бандит-лидер есть. Стоять, собака, стоять! Так, я не в город хотел зайти, хотя... Не, молотки за 300 это такое... Арбалет, и все. Чем я не с дуручником, я не понял. Нашел лагерь с вампирами. Смысл лагерь с вампирами? Ты хочешь сказать, кладбище нашел, что ли? Не кладбище этот, а с, не знаю, склеп, некромант или что-нибудь в этом роде. Что вскрывать, и то стоит примерно одинаково по деньгам. Так что вообще лево. Склеп. Понятно. Это логично. Где же им еще спать?
А, блин, у некоторых из них цепи в руках. Плохо. Это плохо. Должен быть батлакс в руках. Еще не отремонтировался даже полностью, а уже полез на ребят. Ну ладно. Что он за телодвижение делает странное? Подождем. Парень, а ты уверен в своем решении подойти к берсерку с двуручником в упор? Блин, там броня падает. Одному только попал. Блин, печально. Уникального оружия, кстати, я, по-моему, не видел. Их в руках, по крайней мере. Почему у меня в руках... Такое опять встали, короче, под удар двойной. Ребят, не знаю, когда остановиться надо. О, хорошо. Лидера надо ловить. И фигню не страдать. То сейчас еще куда-нибудь свалит. Они убегают. Лидер, естественно, побежал. Только стоять. Вот эти собака, придется лучника в упор к нему подходить, чтобы догнать. Я просто не догоню.
Капец, ты как быстрее лучника-то ходишь? Он реально быстрее лучника ходит. Я его не догоню. Убежал от меня 230-я броня. Печаль. А может хоть это убью. Ну хоть так. Осталось 5 дней. Потом у меня... я вспомню, куда он меня отправит, зря я сюда пошел. Мне может не хватить времени. Дай угадаю, все. Не удивлюсь, если... так и было. Просто скупаем все инструменты доступные. Просто инструменты сжираются. Так черт знает чё. Капля. О, кстати, парень оттапнулся. На, он вдруг решил пойти немного в атаку. Правда, совсем немного. Это такое. Берсерк. Эти ребята в раш не пойдут явно. Хорошо демотивировал ребят. Не, у гоблинов шанс попасть еще высокий. Так не смотри. Thank you.
Нормально попал. Никто, конечно, стрелял, ну ладно. Тоже сойдет. Попал. Вот как он попал в голову этому парню? Сколько у него дефа? Сейчас я гляну. Попал в голову. Не этому парню. Где он? Вообще, где? Где этот парень-то? А, вот этого парня. А, ну у него 60 дефа, пожалуйста. А мне все равно попали в голову. Ты еще спрашиваешь? Не, против гоблинов капли, конечно, хорошо работают. Сейчас драпать будут. Я слишком много их убил. А он даже и так драпает. Просто дизмораль дикая. Ой, молодец. Зачетный выстрел. Убежала, хорошо. Я их не догоню с того. Я их не догоняю. Пустой не даже. О! Ядри, что я сделал? Еще я подобрал. Трэш взял. Да, трэш я просто взял. Тоже можно продать. Я просто помню, что, по-моему, после этого меня заставят тащиться либо сюда, либо сюда. Там дофига дней надо. 50. Мне снова не хватает. О, да. Чё-то, блин, починка по полгода это такое. По 2-3 дня починка это удаляй.
Понятно, это починка моего эквипа. Короче, я-то думал, что это починка этого. Я знал, что не так все просто. Так, хорошо, 1040-я, там 300-я может быть у него. 300-я, да? Здесь 10 тысяч. Почему бы и нет? Так, это кому отдать? 42, тот самый у меня слабый. Погоди, а там прям, по-моему, полегче немного. 26... 30... Где вот этому надо выдать её? Фатиги мало. Хотя 3 фатиги на такое. Никак его не решит вообще. Силсвор за 4000. Тогда шлем ему купить другой, 240-й, 265-й. Разница в шлемах у них не такая большая. Вот этот наш шлем и купить 280-й. По-хорошему-то. 265-й, если куплю. Кому-то из них переедет. Вот это он переедет. Шлем. Да ладно, смысла-то покупать. Пока смысла покупать нет. Гоблинов пока не побежал. А, правда, не знаю, зачем я лучником ничего не качаю. А что им хотят качнуть? А, я думал качнуть из них арбалеты. Ладно, я не буду, наверное, арбалет качать. Чем бы вкачать такого? Вот этого парня можно поставить в центр и прокачать ему этого сержанта. Не очень, конечно, вот из него сержант, но можно, почему бы и нет. А здесь берсерк либо фир, чтобы боялись. Еще, кстати, вариант прокачать карманы, потому что стрел не хватает. Ладно, прокачай, наверное, сержанта одного. Этому парню возьму сержанта. 41. Сколько? 15%. Сколько? 7, 6. Thank you.
Ну, пускай будет сержантом, чё. Так, а вам прокачать тогда... Чё вам прокачать-то? Фир. Чтоб пугали. Попадание. Хотя фир не на всех. Хотя нет, фир работает не на всех. Либо взять берсерка. Сколько один выстрел? Один быстрый выстрел, 4. И берсерка тоже можно прокачать. Чтобы они трижды стреляли. Довольно жестко получается. Либо фир. Фир. А на кого эфир будет действовать? На варьеров? На варьеров эфир не сработает, ладно. Серка возьму. Пускай 3 раза стреляют. С этими ребятами я еще так и не определился. Надо брать. Что-то конкретное. Дня, да? Я согласен уже за любые деньги покупать инструменты. Просто их нет. Да, я не ошибся. Идти до задницы. И сейчас 4 дня просто буду назад туда идти. 2 дня. И назад еще 2 дня идти. О, волки. Волки, это хорошо. Гоняться за ними это такое. Гоняться за ними по лесам. Всех, кроме крайних. Сорок один, сорок четыре, сорок два. Ну, у всех по 40. Вот 135. Нормально, в общем-то. Бежит сейчас, она убегает. Ау, спасибо.
У него есть трусик? Нет, нет он. Возможно, будет при выходе. Но пока еще ничего не известно. Придется, наверное, на лодке плыть, чтобы успеть. То есть сюда, потом резко сюда, на лодке сюда и доходим. Хотя, пешком, наверное, дойти будет. Просто за рейдерами не надо гоняться. У ребят настроение поднялось. Неплохо. Тем временем 176-й день. Очень-очень плохо потерял. Надо вообще стальные щиты орков брать на затяжные батлы, а не эти щиты, которые у меня. Такое, блин. Блин, это пипец, это еще щит мастер и батл форджи меня так добивают. Это вообще такое. Хорошо. Так, 3 дня, да, осталось? Да у меня опять... Ну, как раз я, по идее, должен успевать. Правда, носиться мне ни за кем нельзя. Да и денег я довольно мало получу за это. Хотя... Я сейчас могу продать шкурки. Если успею. Купить этот, купить янтарь. 3 дня осталось. Пойди успеваю. Если не буду носиться по всей карте за пачками рейдеров. Тоже интересное место, надо будет зайти почистить. Угу. 20 рейдеров. Изи. Изи 1800 голды. Раз, два. Два арбалетчика. А, так это простые воры. Сейчас будет мясо.
Погнали в мясо. О, отлично ударил. Ударил сплэшем по одному. Я без сплэш. Бывает. Минус 3 сейчас будет сразу. Я его ударил. Ну ладно. Догоню уже, скорее всего. Да, все свалили. Вот поэтому лучников надо сразу убивать. Субот. О, еще рейдеры. Сейчас таким темпом сотню-то набьем. Лишние 9000 налика, это неплохо. Трындец уточный. Нет, я, конечно, знаю, что уязвим для стрелкового, но что-то настолько такое. О, да. Что я сейчас сделал? Правильно, я подошел в упор лучником. О.
Почему бы нет? Я ж могу. Я же боевой лучник. Сейчас его по башке-то так натрескают за это. Они не натрескают. Он вообще и ушел. Вообще нормально живем. А, меня застанили, понятно. Не догоню парня, скорее всего. Хотя попробовать можно. Не, уйдет. Собак надо. Ладно, куплю я собак, наверное, парочку штук все-таки. Чтобы просто были. Инструмента. Ну как раз я успеваю. 66 туш. О! Еще разок. Нескончаемый конвейер бандитов. Еще 900 монет.
Плохо-то. Отлично, в своего попал. Замечательное начало. Вот так. В принципе, 77 голов по 90, за 90 монет каждая. Вроде довольно неплохо идем. Сколько там монет жрется? 514. Довольно много. 5. Не хватает немного инструментов. Там как раз... Пока я дойду. Что-нибудь есть? Нет? Интересное. Инструменты. Что, по-моему, здесь цены упали. Отношение, что ли, ко мне упало? Тут-то мне не надо. Тут 28 000, все. Шло 57, 21. А вот сюда можно сгонять напоследок. Тут сразу сюда. Вижу, можно напоследок убить, еще немного ежа за это получить.
Блин, вот здесь куча наездников бегала на самом-то деле. Убить бы их. И там оверсир есть. Надо будет туда сходить. Там вроде лучников не так уж и много. Два дня, да, осталось. Сейчас здесь еще пробежимся. Один день. Ну ладно, сдаемся, фиг с ним. 6000. Не дурно. Вау. Целая партия соли. Здоровенная. Так. Больше. Окей. Ладно, понимаю. Без разницы, куда нам. Скорее всего, туда куда-нибудь. Да, вон туда. Мы можем схитрить, мы можем пойти вниз просто. И поплыть туда на лодке. А можем сходить туда пешком. Мы ничего не теряем. Пешком пойдем. Потому что... Ай, блин, сыр надо было купить. Там сыр дешевый был. Скоро все испортится. Куплены, по-моему. Сколько у нас времени уже? 5 часов утра. Я думаю, надо заканчивать. Думаю, надо уже заканчивать. Сейчас это здание выполним и сегодня, наверное, закончим уже. Что такое, да? У нас с этими ребятами отношения упало. В целом какие-то стали не очень выгодными. Хлеб, в принципе, дешевый есть. Еще одну арморку 300-ю. Или вот это купить. В принципе, 300-ю арморку я снять могу с кого-нибудь. Так что не проблема. Ну давайте сходим пешком. Мало ли кого-то найдем. Голодранец к нам присоединился. Такое существо. Ладно, свалей отсюда. Вот те, не знаю. Вот те бинты. И сваливай отсюда. Такое. А, прикольно. Они, короче, сделали так, что нельзя народ теперь уволить с этим, со шмотками. Шмотки автоматически перекидывают себе в инвентарь. Прикольно. Я так и не нашел, кстати, легендарного этого. Легендарного лука. Не продают их вообще, видимо. 7 я видел за 5 такую арморку. Интересно, кто у меня попытается отобрать, нет? Этот гроз. Было бы мило попытаться у меня его отобрать.
Хотя чё я кликаю, сейчас опять какие-нибудь андеды выползут. Хотя там вроде там странный парень должен был просить его доставить. Только тогда андеды вылазят. Раз ушли сюда. А, мехов ещё не доставили, хорошо. Пойдем сюда, сюда, сюда. Я, кстати, в этой части вообще не бегаю. Надо побегать немного. Скорее всего, там тоже что-то интересное есть. Легендарного лука как не было, так и нет. Хорошо. Идем дальше. В принципе, про запас у нас хорошие ресурсы есть. Можно сходить куда-нибудь побегать просто. На разведку там и так далее. Ничего нету. Грибочки есть. Вообще без приключений добрались. Прикольно. 292. И молотки дешевые. А сейчас мне этого уже не надо. Можно поискать кого-нибудь перед сном. Может, кто-то и вырлится. Парень отстойный. Коротышка. Вот такое это. Хотя он действительно очень шустрый был. Кузнецов давайте чекнем. 53 слепой. Ну такое. Тоже такое. Ниже 52 звезд брать смысла вообще не имеет никакого. Последний парень в этом городе. 2 звезды, 53. Высокая мораль, кстати. И неплохой деф. Как вариант, тоже его перекачать в сержанта. Ну, такое. Есть ребята покруче. Ты как круче? Просто мины больше. Ну ладно. Давайте, наверное, сегодня закончим. Время уже 6 утра фактически. Фух. В общем, всем спасибо, кто сегодня со мной был. Эх, неприятно получилось с нашим алибарщиком. Все-таки призраки и маленькая мораль — это лютое зло, особенно когда 2 призрака спавнятся прямо на тебе. Это вдвойне боль. Что ж, на этом все тогда. Всем спасибо, кто со мной сегодня был. Воды, как всегда, появятся на ютубе, кому интересно. Если вам также интересно, следующий стрим примерно в 7-8 по МСК завтра. А на этом у нас все. Всем пока.
Спасибо и до новых встреч.